Компания называется ООО «СК «Строй». Генеральным директором является Ковдри СВ Сергей. И заместителем является Дронова Елена. Вот с момента, то есть, трудоустройства, обещали своевременную зарплату, все хорошо, говорили, будет все замечательно. Но, тем не менее, проработав где-то месяц, то есть, получению зарплаты, когда время подошло, начали утверждать, что у них какие-то проблемы там временные с деньгами, еще что-то. Ну, в общем, это тянулось. Потом выяснилось, что у нас вообще никто не получает, они только обещаниями кормят. Потом директор стал прятаться. То есть он просто, говорят, пропал на телефон и не отвечает. Заместитель говорит, что якобы уехал в Москву. Хотя, скорее всего, это было, я думаю, не так. При увольнении зарплаты не выдали тоже. Много народу разом просто начало увольняться, соответственно. Так как директор пропал, про зарплату ничего не слышно. Заместитель вообще ничего не мог ответить путем про зарплату. Обещаниями кормили завтра, послезавтра, в конце недели. Ну и так вообще, в общем, длилось примерно месяца, наверное, 4. До сих пор не выплатили людям зарплату. Единожды был перевод финансовый, и то, когда уже просто начали там, подняли бучу, кипиш, много народу начало звонить, то есть жаловаться. Перевели там, кинули по 20 тысяч. В первую очередь мною было при увольнении написано заявление в трудовую инспекцию. Соответственно, потом мы просто собрались коллективом, написали коллективное заявление в прокуратуру, потом губернатору написали, соответственно, там письмо я вам, наверное, потом покажу, если у меня есть экземпляр. Министерство президента РФ было написано сообщение. По-моему, там генпрокурору, если я не ошибаюсь, точно уже не вспомню сейчас. Нашему прокурору Иванову СВ. Соответственно, подано заявление в суд. Судебные дни там уже назначены кому-то, кому-то, может, еще не назначены. Ну, то есть, очень много народу, порядком 15 человек подало в суд. Буквально вчера, я так понимаю, с Красноярска приехал какой-то начальник. Я еще путем не разобрался. Вчера производили уже опрос первых лиц в Следственном комитете. То есть, непосредственно меня опрашивали, я там был. То есть начинает возбуждаться уже уголовное дело, то есть начинают проводить проверки по данному факту.